Абаканским автомобилистам тоже придется потерпеть некоторые неудобства. Гидравлические испытания на трубопроводах, которые сейчас проводятся в городе, выявили слабые места. Тепловики незамедлительно начали ремонт. Для этого пришлось частично ограничить движение на выезде из Абакана. В районе кольца на Абакан-Вагонмаш закрыта одна полоса дороги на Молодежной. Именно здесь обнаружен порыв. Пока специалисты не говорят, сколько продлятся работы, это будет понятно лишь после вскрытия грунта. Пока планируют управиться за неделю. На подачу горячей воды ремонт никак не отразится. Ее будут подавать в город по второй нитке трубопровода, которая выдержала тестовые нагрузки.